Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Брызгалин Аркадий Викторович. Я руководитель группы компаний «Налоги и финансовое право». Думаю, ни для кого не секрет, что налоговые органы проверяют первичные и другие материалы очень внимательнее. Но больше всего они проявляют интерес именно к договору. Как они сопоставляют условия? Как они проверяют формальные положения договора и фактическое его исполнение? Какое значение имеет переписка или дата договора? Все, чтобы снизить налоговые риски, мы обсудим сегодня в моей лекции «Налоговый контроль договора». Лекция будет в двух частях. Смотрите на видеоконсультанта.